Так эффектно попрощаться зимой на сцене, когда на улице плюс 15, может, пожалуй, лишь настоящий артист. На вокальном конкурсе фестиваля «Звезда удачи» начинающие певцы и певицы удивляли жюри как могли. Тем более у многих из них уже есть опыт сценического мастерства. Пою я с 6 лет. И первый раз участвовал в «Пластилин Воронеж», сразу занял первое место. А на этом конкурсе второй раз. В прошлом году было второе место. Этот фестиваль имеет 5-летнюю историю, с каждым годом расширяется и география конкурса, и количество участников. В этом году среди них вокалисты не только Саранска, но и Рузаевки. Создавался этот фестиваль как районный. Детишек много, поэтому талантливых детей очень много. А сегодня свыше 60 номеров. Концертные номера оценивались по 25-бальной системе. Учитывался артистизм, умение двигаться, костюм и постановка. Но самое главное, на что ориентировалось жюри при выставлении оценок, конечно же, вокал. Конечный результат всего этого – это поиск новых имен. Потом эти новые имена могут пойти учиться, мы можем им предложить направить их, и чтобы эти новые имена выросли у нас большие имена. Такой шанс по итогам фестиваля появился у 25 победителей, а другие участники снова будут готовиться к следующему вокальному конкурсу, чтобы еще раз попытаться зажечь свою звезду удачи. Юлия Лямкина, Рин Белова, Вести, Мордовия.